Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике напряженная, но контролируемая. Так ее оценил сегодня Рустам Миниханов. На утреннем совещании президент дал несколько важных поручений министерствам и ведомствам. В Татарстане начал работу новый реабилитационный отряд для осужденных с наркозависимостью. Во время отбытия наказания специалисты помогают избавиться от пагубной привычки. Этот проект запущен по инициативе республиканского омбудсмена Сарии Сабурской. Сначала в 19-й колонии, теперь и во второй. 14 тысяч казанских школьников отдохнут в пришкольных лагерях во время осенних каникул. Со 2 по 8 ноября будут работать с 5-дневной сменой на базе 157 школ. Стоимость путевки – 858 рублей. Сюда включено и трехразовое горячее питание. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.